В Москве откроется самая высокая смотровая площадка в Европе. Ее организуют в Москва-Сити. На столицу можно будет взглянуть с высоты 360 метров с 89-го этажа башни «Восток» комплекса «Федерация». Первых посетителей обещают принять в начале весны, но точную дату еще не назначили. Там же откроется фабрика мороженого и эко-ресторан. Много десятилетий самой высокой в столице была смотровая площадка Останкинской башни – 334 метра. Затем пальма первенства перешла к башне Ока в Москва-Сити, и ее высота 354 метра. Ну а теперь все выше, дальше, больше, снова побит рекорд.